Всем привет! Меня зовут Катя. И сегодня я покажу, как сшила эти шапочки тюрбан с пончиком. Покажу сразу обе, и двойную, и одинарную. Для построения выкройки нам нужны всего лишь две мерки. Внимательно посмотрите, какие. Это обхват головы и мерка от лба до шеи. Эта мерка, которая от лба до шеи, у меня равна 33 сантиметра, а обхват головы равен 48 сантиметров. Теперь цифру обхвата головы нужно умножить на коэффициент растяжения 0,9. Его вполне достаточно, больше или меньше не нужно. У меня получилось 43,2 сантиметра. Для того, чтобы сделать шапочку двойную, мерку от лба до шеи нужно умножить на 2. У меня получилось 66 сантиметров. Чертим прямоугольник, можете сразу на ткани. Эта длина будет равна 43,2 сантиметра. Эта длина будет равна 33 сантиметра. Если шапочка одинарная, то прибавляем еще 2 сантиметра для подгибки. Для двойной шапочки нужно отложить не 33 сантиметра, а 66. Сверху будет 43,2, а сбоку 66. Оформить верх можно по-разному. Покажу два способа. Вы сложите пополам, а двойную пополам и еще раз пополам. И у вас получится вот такой прямоугольник. Срез можно сделать более узкий или более круглый. Можно и так, и так. Это не считается правильным или неправильным. Смотрите, если более узкий, то делайте его прям дугу поменьше. А если более кругленький, то дуга пошире, но не делайте слишком квадратную. Эти прямоугольники я раскроила на ткани. Также два отреза каждой шапочки для пончика. Длина отреза у меня 80 и 100 сантиметров. Начнем с одинарной шапочки. Подверните низ и сформируйте подгиб, скалите булавками, источайте на распошивальной машине. Если таковой нет, можете воспользоваться двойной иглой, либо декоративной строчкой вашей швейной машины. Этот шов приутюжьте, далее сверните прямоугольник лицом к лицу, все хорошо расформируйте, распределите и отрежьте дугу. В одинарной шапочке дугу я отрежу более круглую. Теперь нужно сметать. Теперь займемся двойной. Сверните ее пополам и еще раз пополам. И отрежьте дугу. Здесь дугу я отрежу более узкую. Остатки не выбрасывайте. Также нужно развернуть и сметать. При сметке смотрите, чтобы расстояние между стежками было примерно одинаковое. Но не сильно мелкое и не сильно крупное. Когда все сметали, затяните нитку и сформируйте складки. Сильно не затягивайте, чтобы ниточка не порвалась. Соедините оба края шапочки. Все хорошо зафиксируйте и очень крепко. Продолжайте стачивать вручную получившееся отверстие, соединяя срезы шапочки. Внимательно посмотрите, в каком направлении я это делаю. Сначала я сшиваю по горизонтали, далее по вертикали, сверху вниз, так складки будут более красивые. Когда хорошо зафиксировали лицо, выверните наизнанку и сделайте то же самое, что и с лицом. Смотрите, шапочки уже вырисовываются. Одна более узкая, другая более круглая. Приступим к пончикам. Будем их крутить. Возьмите обрезки, которые у вас остались после шапочки. Сверните их на пальцах и аккуратно завяжите, зафиксируйте. Это будет основа для пончика. Теперь возьмите отрез и начинайте закручивать его в пончик, расформировывая и разворачивая ткань.
чтобы не было лишних складок, иначе пончик будет бугристый. Продевая конец отреза в отверстие пончика, протягивайте ткань, расформировывая, и идите по часовой стрелке. Так пончик будет аккуратнее. Когда у вас у отреза останется кончик сантиметров 20, подверните один край и продолжите скручивание. На последнем скручивании кончик подверните с двух сторон и проденьте в отверстие пончика. Хорошо затяните. Посмотрите пончик, если где-то есть что вылезло, все это спрячьте и сформируйте его, чтобы он прям был кругленький, пухленький. Ручными стежками я аккуратно зафиксирую конец отреза, чтобы он не вылез. И также вручную я пришью пончик к его месту. Ну вот и готовы наши шапочки. Смотрите, какие они классные. Можно нашить их много разных цветов под каждую одежду. Смотрятся они потрясающе. Кстати, можете попробовать дать своим деткам, пусть они сами сошьют. Ну, кто, конечно, постарше. Всем спасибо за просмотр и всем красивых пончиков!